нас подрядная организация работает на всех 6 участках по реконструкции тепловых сетей города Череповца, которые намечены на 2019 год. Подрядчику поставлена задача все работы, включая благоустройство, закончить 1 сентября. В частности, здесь, по Ленина, думаю, к 15 они июля должны, у них уже начаться монтажная готовность быть. Вот, далее мы производим испытания. И начинается обратная засыпка, закрытие каналов и благоустройство. Так что по всем участкам, все работы по реконструкции мы должны сдать 1 сентября вместе с благоустройством. Это реальные сроки. Подрядчик из графика не вышел. У них 100% есть все материалы, и арматура, и трубопроводы, все есть в наличии. Так что работают они довольно-таки хорошо. Работают практически без выходных. Ну вот редко, когда выходной у них воскресенье, в субботу они всегда работают. Так, то есть вы подтверждаете, мы проговаривали по первоначальному графику, на всех 6 участках работы в июне месяце, то есть работаете на всех 6 участках, да. И сроки окончания с благоустройством до 1 сентября. До 1 сентября. Вы подтверждаете. Подтверждаем.